В 21 веке Международная космическая станция отчасти превратилась в туристический отель. Семеро туристов-авантюристов приобрели себе путевки в космос. Мечтатели-миллиардеры купили по два места. Первое на российский космический корабль «Союз», второе в мировую историю туристического освоения космоса. Туризм – это самая успешная индустрия промышленности. Ведь есть же люди, которые постоянно осваивают какие-то новые места. Точно так же космические туристы стремятся освоить новый континент, и это космос. Мы пока пионеры в этом, но за этим будущее. Еще Сергей Королев сказал однажды, в космос будут летать по профсоюзным путевкам. Почти в то же время небезызвестный барон Хилтон опубликовал шокирующую статью «Космические отели». Мечта Хилтона разбогатеть на орбитальных номерах люкс пока не сбылась. А вот предсказания Королёва оказались ближе к реальности. В космос действительно полетели. Не по профсоюзным путевкам, а по туристическим. Эпоха туризма будет дальше развиваться. Я в этом уверен. Есть очень много предложений к Роскосмосу, к российской стороне, по различным вариантам полетов, по различным вариантам космического туризма. Есть предложение закупать у нас целым корабли с нашим командиром экипажа. Есть вариант пристыковки к Международной космической станции, работа, как мы сейчас делаем. Есть варианты работы на околоземной орбите, без пристыковки. Идея заработать, чтобы полететь в космос, в нашей стране пока не нашла своего обладателя. Сегодня среди космических туристов 5 американцев, 1 канадец, 1 южноафриканец и ни одного русского. Основатель всемирно известного цирка «Дю Солей», улыбчивый клоун Гила Либерте отколол свой лучший номер в сентябре 2009 года, став 7-м космическим туристом в истории. Неделю красный нос Ла Либерте летал по МКС вместе со своим хозяином. Солнечный клоун всю жизнь смешил публику. Однако был период, когда Ла Либерте было не до шуток. Гила Либерте всегда добивался желаемого. А вот первое образование получил только в центре подготовки космонавтов. Стоило оно десятки миллионов долларов. Земля ви, ви, ни, воу, ин, ил, вау, иллюминатор, иллюминатор, ре. Вместо диплома клоуну выдали сертификат космонавта-туриста и долгожданную путевку на орбиту. Основателю цирка с мировым именем удалось с орбиты поговорить в шутливой форме о нешуточных проблемах современной цивилизации. Гила Либерте о своей гуманитарной миссии заявил задолго до полета. И в этот раз он не шутил. Я сделаю шоу на орбите, прочитаю поэму о проблемах питьевой воды. В 14 городах известные артисты будут читать ее вместе со мной. И все это будет транслироваться в интернете. Капля на носу знаменитого клоуна стала символом того, что на расстоянии в несколько километров от Земли вопросы нехватки питьевой воды на планете выглядят не такими далекими и малозначительными. Ги не слышал оваций публики, не видел их восторженных глаз. В невесомости его зрителями была команда профессиональных космонавтов МКС. Очередной звездный номер солнечного клоуна вошел в историю циркового искусства и космонавтики. Гила Либерте доказал всему миру, что возможно все, и деньги не цель, а только средство для достижения цели. Когда мне задавали вопрос, какая у меня заветная мечта, помимо становления цирка «Дю Солей», я отвечал, ну хотелось бы еще в кругосветное путешествие отправиться на яхте. Но еще мечта такая, чтобы сюда прилетели инопланетяне и предложили мне прокатиться в космос. Но поскольку инопланетяне так и не прилетели и ничего не предложили, пришлось самому в этом направлении поработать. Космические туристы — люди, которые сделали себя сами. От простого разносчика пиццы, коим был Деннис Тита, первый космический турист, до рядового компьютерщика из Венгрии, а ныне миллиардера Чарльза Симмона. Но даже больших капиталов недостаточно для туристического полета. Претендент должен иметь отменную репутацию на международной бизнес-арене. Никаких финансовых скандалов и даже упоминания о них в прессе. И, конечно, физическое и психологическое здоровье. И каждый из них
проходит минимум, необходимо минимум тренировок и получает сертификат на этот полет с тем, чтобы он себя мог полностью обслуживать. Обслуживать не с точки зрения гигиены, а еще с точки зрения как космонавт. Он должен адекватно оценивать окружающую обстановку и адекватно участвовать при устранении нештатных ситуаций. Прекрасное настроение. Осталось 11 дней. Мы совсем близко подошли к моей мечте. Первая туристическая миссия Денниса Тита вообще могла не состояться. В НАСА не хотели проигрывать Роскосмосу битву за звание мирового туристического агентства. Мы проиграли. Привет! О! Привет! Американец Тита полетел на Российском Союзе. И номер у первого космического туриста располагался в российском сегменте МКС. Руководство НАСА вот понимало, что они упускают этот такой, значит, еще один шанс, где можно стать первыми. Значит, они упускали и сделали все для того, чтобы этот полет не состоялся. Ой, я вам хочу сказать, его встретили как настоящего национального героя. И это правильно. Вся Америка ликовала от того, что первый турист – американский гражданин, кроме руководства НАСА. Это был парадокс. Для Ричарда Гэрриота космос из иллюминатора космического корабля стал реальностью 12 октября 2008 года. До этого он сделал себе именно разработки компьютерных игр, одна из которых всякий раз только подогревала его мечту совершить настоящий полет. Это массовая онлайн-игра, и все, кто покупает ее, оказываются в огромном виртуальном мире, который мы создали. Это футуристичная, научно-фантастическая игра, в которой участники путешествуют с планеты на планету. Виртуальная реальность принесла Гэрриоту состояние. Полет в реальный космос забрал его большую часть. А когда-то мальчику, отец которого был известным американским астронавтом, сказали, что он никогда не увидит космос и звезды из-за плохого зрения. Когда я был маленьким ребенком, я просто бредил космосом. Еще в детстве я говорил, если ко мне однажды постучится директор НАСА и скажет, «Ричард, есть место на корабле, который сейчас отправляется в космос, но этот корабль никогда не вернется на Землю, я ни на секунду не буду раздумывать».